Приветствую зрители моего канала. Сегодня продолжаем с вами говорить про сны. Конечно же, созерцая некий сон, начинаешь понимать, как прекрасна тайна этих сновидений. Но если вдруг вам приснился страшный сон, то обязательно запишите его на листе бумаги и сожгите. При этом не забудьте проговаривать слова «плохой сон, не мой сон, у кого-то сон сбывается, меня это не касается». Желательно сделать это трижды, сразу проснувшись, посмотреть в окно и по возможности почитать молитву «Отче наш». Таким образом, все плохие воспоминания и ощущения неприятного сна от вас уйдут. Конечно же, параллельно возникает вопрос, каждый ли сон непременно должен отразиться в нашей с вами реальной жизни. И если это так, то в какой же день ждать этого чуда? Ну вот, например, если вы увидели сон с воскресенья на понедельник, то запомните, что понедельник, как правило, считается трудным днем. Ну, в принципе, это потому, что им управляет планета Луна. И сны понедельника, как правило, что бы вы ни увидели, отражают ваше эмоциональное, психологическое состояние и могут быть связаны с бытом, например, какими-то повседневными хлопотами, с семьей, родственниками, прежде всего, конечно же, с матерью. Если же сон понедельника длинный и насыщенный, если в нем, в этом сне была вода, то вам предстоит переделать массу какой-то повседневной домашней работы. Лучше, когда ваш сон будет лучше скупой, скажем так, короткометражный. И что же он тогда означает? Ну, это означает, что суеты у вас будет мало, вам удастся быть собранным, сдержанным и удастся поддержать хорошее настроение. А вот если сон вам приснился с понедельника на вторник, то вторник, как правило, это день огненного Марса. Марс рождает стремление, дает импульс к действию. И Марс – это планета личной силы. Поэтому сны, которые вы увидели во вторник, связаны с вашими личными стремлениями. Они покажут вам, насколько в вас много огня и желания. Марс – это мужская, в принципе, планета, планета воина, поэтому сны вторника расскажут вам о грядущих или каких-то прошедших событиях, скандалах. Если сон вторника очень спокойный, значит, вы нашли применение своей энергии, и любые возможные препятствия на пути к успеху вы уже легко преодолеваете. И в ближайшее время каких-то скандалов в жизни не предвидится. Ну а если вы увидели с понедельника на вторник очень яркий эмоциональный сон, то внутри вас сейчас много очень жизненной силы, много энергии, и у вас, как говорится, 8 рук и 3 головы. Не откладывайте ничего на потом. Беритесь за сразу несколько дел, и у вас все получится довести до победного финала. О вашей, кстати, готовности к активным действиям будут говорить какие-то острые предметы во сне. Вспомните, что вам снилось. Неприятный сон указывает на повышенную самооценку, на завышенные требования к себе. Продолжение темы вы найдете у меня на канале в плейлисте «Сны по дням недели». И дополнительно вам оставлю ссылку под данным видео в описании. До новых встреч! С вами была я, Ксюша. Пока!